Всем привет, вы на канале Двин Китай, мы продолжаем проходить Call of the Sea. Я подозреваю, что это, возможно, последняя серия, хотя я так, наверное, говорила и в прошлой серии, но это не важно. Ну, просто тут как бы мы уже, да, близко к концу, по-моему. Мы амфибия. Я не хочу быть амфибией. Эта панель сломана, нужно найти другой способ. Я не хочу тут плавать. Окей. Ну, это как-то очень неудобно, правда. Мне неудобно плавать. Ну, в смысле... Я не знаю, неудобно и все. Чё? Не понимаю, в чем проблема. Не понимаю. Ладно, пошли вниз. Пофиг. Ты можешь быстро плавать? Прям быстро-быстро. О боже, страшно. Это что? Это похоже на алтарь, посвященный двум существам. Я слышу, как они говорят со мной. Это те, которые отец и мать? Да, ничего необычного, естественно. Они восстали против своих хозяев. Кажется, рабы поклонялись двум богам. Окей. Да что? Буду закрыто. Открой. Тут что-то такое странное происходит, прикол. Здесь жили разные существа, но все они принадлежали к одному виду, и все они были не свободны. Жесть. Да как, почему? Я не знаю, зачем я это делаю. Я даже не уверена, нужно ли мне это делать. Скорее всего, это очередная загадка и все такое. Что это за фигня? Это жидкость? Жижа, в смысле? Окей, сложно. Мы, отец и мать, молимся Богу. Бог покарает Накао. Да боже, жесть какая. Затонувший континент, это было наказание? Мы больше не Накао, мы все твари воды. Мы будем жить вечно. Получена ачивка за все видения. Так эти существа бессмертны.
Ну, как бы, да, вроде... Наверное. Ок. А хорошо, а что делать мне? Это все прекрасно. Это все отлично и распрекрасно. А что мне делать? Куда мне нужно поток направить? В наружу или внутрь? Внутрь или в наружу? Или куда? Или где? Прикол, а тут дневник нельзя открыть. Ну да, логично, логично. А ты его там бросаешь или как? Не понимаю, что мне нужно сделать. Просто поменять везде вот это. А зачем? Ой, а там проход какой-то. А, это палатки. Это палатки. Сверху хотя бы лучше видно. Вон там вот палатка, но я не могу в нее попасть. Она закрыта, может быть. Я могу попасть в нее с какой-то там расширенной, я не знаю. Там вроде ничего такого нет. Угу. Не могу. Не дает. Мне немножко страшно. Это как бы не самое главное. Главное, что мне делать надо, но тем не менее мне немножко страшно. Не знаю почему. Просто так получилось. Окей, а что мне делать? Извиняюсь, дико, я... Вот эти штуки, куда их впарить мне? Направо, налево, вверх? Не что мне с тобой сделать, скажи мне, пожалуйста. Типа, зачем? Зачем это? Куда оно идет? Что это такое? Опа. Я не могу сюда лезть. Почему? Там внутри.
Я не вижу ни черта, мне очень стрёмно тут. А я не могу выйти, да? Почему? А я теперь что, вообще выйти не могу, потому что я залезла сюда и все, мне надо что-то тут решить. А что мне тут решить надо, я не знаю. Короче, мне надо пробраться вот сюда. А тут поток воздуха. Как его изменить? Как изменить поток воздуха отсюда? Какой другой способ? Как мне изменить поток воздуха здесь, если, ну, воды, в смысле, если... Как это связано с другими? Куда, где, как? Что это такое? А что ты записала? Я посмотреть не могу. Она что-то записала. Куда ты записала? Как мне вылезти посмотреть? Подожди. Я не могу посмотреть. Там я поняла. Мне нужно за какое-то время, типа, успеть доплыть. Для этого мне нужно ускоряться с помощью этих штук, поэтому мне нужно изменить потоки воздуха так, чтобы я могла попасть вот туда. Ладно. Окей, теперь стало понятнее. Все, окей, давай. Короче, а ну-ка, да я посмотрю, как я могу это сделать. И я такая хоба. Дальше такая хоба. И дальше такая хоба. Хоба. Да, только для начала мне нужно... Ну все, я настроила правильно, надо теперь открыть. Где? Вот. Только я не пойму, мне надо было сейчас зажимать? Ну ладно, просто сделаю так же, как в первый раз. Пофиг. Да-да-да, давай, плыви, поплыла. Все, давай, поплыла, говорю. Супер. У меня получилось. Хорошо. Что это? Это место? В итоге. Болезнь не давала мне быть счастливой. То, что я чувствую сейчас, это полная противоположность болезни. Типа, ты сейчас... Я чувствую себя полной жизни и энергии, даже лучше, чем до болезни. И мне не нужно ни от кого зависеть, чтобы чувствовать себя хорошо. Прости, ты вроде мужа искала. Не, ну конечно, да, жесть, но это жесть. И все. Что жесть? Это жесть. Это все, что я хочу сказать. Тут происходит какая-то дичь. Не, ну прикольная дичь, не то чтобы это плохо. Че там? А тут что? А где? И подожди. Ладно, давай. А я не могу тут ничего нажать. А я могу тут что-то нажать. О, прикольно. Я спустила воду. Побежала я тогда. Теперь уровень воды действительно низкий, я могу добраться до тоннеля. Супер, прекрасно. А сколько мы уже... А, ну, в принципе, нормально еще времени.
Этих существ держали здесь как рабов, заточение, пытки. Знал ли кто-то из них иную нормальную жизнь? Если ты всю жизнь прожил в тюрьме, откуда тебе знать, что ты пленник? Ничего себе, слышишь? Это же философия. Так. Я тут что, просто по приколу, да? А, это то место, где я... Окей. Поняла. И я могу войти в туннель. Да. Опять мне плавать? Эх. Опять воздух, о боже. Подожди, это не то место, где начала. Так. Течение кажется сильным. Интересно, куда оно меня приведет? Я как бы управляю ней, но совсем немножко. В основном она сама. Боже мой! Это было впечатляюще, но уже все закончилось. Да. Окей, затонувший город. Лестница. Кто-то разбил здесь лагерь. Похоже на средство передвижения, чтобы добраться до этого святилища. Есть два возможных исхода. Один означает трансформацию, другой — смерть. То есть она в любом случае либо все, либо трансформируется в амфибию. Ну, это такой себе, конечно, вариантик. Слушай, выбор такой прям интересный, спорный. А ну подожди, я наверх скажу. Типа полная трансформация, да? Что это? Это... Господи, я почти забыла Гарри. О, Гарри. Фотка, перемещение. Он вернулся домой? Прикинь, он вернулся домой, а она как раз пришла его искать, и... Это было бы стрёмно жестко. Ох. Теперь остались только мы с Кэс. Я многим ей обязан, хоть нашей дружбой переживает сейчас испытание голодом и усталостью.
И если бы не ее настойчивость, мы бы ни за что не уговорили Тихоро, а он провел нас вниз по реке от горной вершины, а там мы обнаружили этот ход и фреску. Может, мне и не удастся исцелить тебя, Нора, но я думаю, я могу попытаться стать таким же, как ты. Исконные обитатели этого острова отводили рабов в святилище и там проводили над ними ритуал. Тихоро сказал, что ритуал — это безумие, и он не желает участвовать в нем. Они с Кэс сильно поругались, когда мы проснулись следующим утром, его уже не было. Я знаю, это звучит странно, но доверься мне. Я знаю, что все получится, и мы снова будем вместе. Ты понимаешь, что это значит, Нора? У нас появился второй шанс. С огромной любовью, Гарри. Гарри, о каком ритуале ты говоришь? Зачем ради всего святого тебе становиться таким же, как я? Не сходи с ума, ты даже не знаешь, работает ли этот твой ритуал. Он стал амфибией? Охренеть. Ну, это я не знаю, я предполагаю. Кто-то нарисовал на стене эти символы. Мы вышли вдоль реки от вершины храма, вам потребовалось несколько дней, чтобы найти этот вход. Да. Руины, ничего полезного. И святилище. Белый песчаный пляж, Тихоро строит плот. Для финальной части ритуала хозяева привозили своих рабов в святилище на лодках. Святилище? Гарри, что? Гарри, ты отправился туда? В святилище? Похоже, заключительная часть ритуала проходила в святилище. О, господи, бедные люди, такие из-за этого меняюсь? Итак, проводник покинул экспедицию. Теперь понятно, откуда на белом пляже взялись инструменты и материалы. Месье Эверхард и мадам Уорд, на этом острове было много смертей. Я помогал вам сколько мог, но не хочу быть соучастником этого ритуального безумия. Я возвращаюсь на белый песчаный пляж, чтобы построить плод и покинуть этот проклятый остров. Если вы передумаете, присоединяйтесь ко мне. Но я не буду ждать слишком долго. Мауруру Роа и Оревуар Тихоро, понятно. Уже состояние Гарри ее не очень-то волнует, да и сама она мыслит, не сказать, чтоб связана. С каждым днем безумия Гарри становится все заметнее. Сегодня он сказал, что нашел какое-то место, где нужно провести какой-то ритуал. Надо в этом разобраться, чтоб я смогла докопаться до истины, выслушать его и пойти с ним. Я его с трудом выношу, но приходится сдерживаться, потому что мы с ним остались одни. И черный хор. Гарри, твое выражение лица... Ты как будто сошел с ума. Кажется, они друг друга ненавидят. Не выношу твою безумную рожу. Ненавижу звуки, которые ты издаешь, когда ешь. Я терпеть тебя не могу. О май гад. Ну да, тут жестко все, короче, пошло по месту. Одному, двум. Солнце садится. Как красиво. Это какое-то место для какой-то ачивки или что такое? Мне садиться сюда, может? Сесть не могу. Ну и все. Опа. Как залезть? А как залезть? А? Ладно. Окейкич. Давайте тогда пойдем на... Вот сюда. Это точно уже конец, да? Или нет? Реально или нет? У нас есть еще немного времени, я не знаю. Боже, ну прям по лестнице спускаться, иначе никак, да? Ну ладно. О май гад. Эта панель не похожа на другие, она гораздо сложнее. Вот так, вот это вот одна равно 5 вот этих. Каких? Вот этих. Ну, я не знаю, равно.
Короче, вот это 5. А вот это равно... Один глаз и на вот это. Да. Блин, знаешь, я сейчас сама как-нибудь попробую, потому что это слишком. Вот это самое долгое. Вот это на втором... А, нет, вот это самое долгое. В втором месте вот это. Потом вот это и вот это. Окей, давай. Мне нужно подождать примерно до половины здесь. До половины здесь. До половины здесь и потом тут. Ну я... Ну так, методом тыка просто. Окей. Вот это слишком поздно. Опять вот это слишком поздно. Нет, слишком рано. Окей. Дай ей, пожалуйста, мне ее. Нет. Ой-ой-ой, слишком рано, нет? Так ведь идеально было! Я не пойму, правда? Вот эти две идеальные, да? Эти три. Так, я сделала, я просто ставила паузу, потому что мне надо... Она сказала, должно быть, она перевезет меня в святилище. Вот и все.
129 минут. Окей. Не знаю, вот это... Ладно, я не буду делать пока никаких предположений, просто посмотрим. Мы прошли главу 5. Я это понимаю. Здесь со мной не случится ничего плохого, как бы угрожающе не выглядело это место. Остров, жижа, эти морские существа, они просто защищаются, как дикие животные от неизвестной угрозы. Вот как они воспринимали экспедицию, как угрозу. Но я, с другой стороны, я не представляла никакой угрозы, и уж точно не была им неизвестна, так? Мне кажется, они узнают меня, как будто я одна из них. Не знаю, как ты, а мне стрёмно от этого. Теперь все кажется таким далеким, как будто я впервые ступила на этот белый пляж тысячи лет назад. Полнолуние? Не может быть. Вчера же было новолуние. Я потеряла счет времени или... Может, физические законы здесь не действуют? Это единственное объяснение, которое я могу найти для этой невероятной ночи. Невозможно поверить, что все это правда. Может быть, когда-нибудь я открою глаза и вернусь в наш дом в Энглвуде, и все будет по-прежнему. Моя совершенно обычная жизнь с Гарри, мой распорядок дня, моя болезнь, все будет так же, как и раньше. Но мне надо будет избавиться от этого странного чувства, которое я испытываю сейчас. Чувство, что это вовсе не мой мир. И под миром я имею в виду не Энглвуд, не Бостон, не Ньюбериппорт. Я имею в виду... О, как же так случилось, что всего два дня полных странных событий на этом острове теперь имеют больше смысла, чем жизнь, которой я жила много лет. Я, короче, либо сейчас будет конец серии, либо я ее вырежу, если следующая серия будет слишком короткая. Так что, ну, anyway... Вот и оно, святилище. Да, давайте вот тут остановимся и... Или не остановимся, кто знает, правда? Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.